Сейчас в России выбран курс на одинаковые условия получения государственных выплат. Правительство решило унифицировать процесс получения денег людьми по всей стране. Сюда можно отнести и признание Почты России единым доставщиком пенсии в наличном виде и установление даты единого дня начисления детских пособий. Очередное нововведение лишь продолжает выбранный курс. С июня этого года установится единая дата выплат из материнского капитала на детей до 3 лет. Семьи Мордовии, оформившие такую меру поддержки, начнут получать средства 5 числа каждого месяца. Приходить они будут не за текущий месяц, как было ранее, а за предыдущий. В апреле ежемесячная выплата из средств материнского капитала поступила на счета жителей Мордовии 14 числа. Это была выплата за апрель. Далее средства будут поступать уже по новым правилам. С июня семьям в любой точке страны выплаты будут приходить в один день, 5 числа за предыдущий месяц. Впервые новая дата будет применена к пособиям за май. Деньги на счет поступят семьи Мордовии 5 июня. То есть 5 июня придет выплата за май, выплата за июнь будет 5 июля и так далее. Переход к единому дню зачисления средств произойдет автоматически. Родителям не нужно в связи с этим никуда обращаться. В марте Республиканское отделение Социального фонда России сделало рассылку уведомлений о новых датах получения выплат. Все получатели были информированы о новой дате. Деньги переведут в один день, вне зависимости от того, в каком населенном пункте живут граждане. Право на ежемесячные выплаты из средств материнского капитала имеют семьи, чей доход меньше 2 прожиточных минимумов на душу населения в регионе. Для жителей Республики Мордовия он не должен превышать 24 438 рублей. При расчете дохода учитываются зарплаты, премии, пенсии, больничные и ряд других поступлений денежных средств, которые получают родители и дети. Сумма ежемесячной выплаты составляет 12 402 рубля, что соответствует прожиточному минимуму ребенка в республике. До этого года ежемесячные средства из материнского капитала полагались только на 2-го ребенка в семье. Теперь выплату можно оформить на каждого малыша в возрасте до 3 лет, причем вне очередности рождения. Заявление на получение выплаты из средств материнского капитала можно подать на портале госуслуги. Евгений Волков, «Наши новости».